И знаете, есть проблемы в нашем богопознании. Знаете, я замечал, Бог мне со мной говорил, показывал. Особенно, когда с сестрами общаешься, знаете, у нас в фойе церкви, там, где мы служили, зеркало такое было, зеркало. И знаете, какая-нибудь сестричка подойдет и говорит: «Пастор, помолитесь, у меня такая проблема, вот у меня такая ситуация». Я тут в таком помазании, помогая сестре, рассказываю вот так, молюсь или там что-нибудь говорю ей, какое-то назидание Бог вложит в сердце, я там говорю ей. А смотрю, вот эта сестричка вот эта, которой я вот говорю в помазании, она через мое плечо вот так заглядывает в зеркало и смотрит, как она выглядит, понимаете? Она вот так еще из-за моего взгляда, так раз, да-да, ага, говорите. Я так подумал, еще одна проблема, что нам, ну, мешает познавать Бога? Мы сконцентрированы на себе больше, чем на Нем, понимаете? Мы приходим в Его присутствие, и вместо того, чтобы разглядеть Его черты характера, мы говорим: а у меня вот тут болит, а у меня, знаешь, Господь, ну вот такое. И знаете, если мы постоянно смотрим на себя, то мы не можем разглядеть, какой Он, понимаете, и нарисовать правильный образ в своем сердце. Мы смотрим на себя. Аминь. И это происходит, и такие вещи тоже у нас случаются.